Азия. Ну, это, опять же, индет. Если брать по показателям крупности томата и ранности, один из самых ранних. То есть где-то 60-65 дней после пересадки уже идет сборка. Томат очень плотный, очень вкусный и очень хорошо лежит. То есть второй оборот, осень, более месяца он может лежать без никаких проблем. Месяц, даже два месяца. Ну, когда я даже в Запорожской области я перевозил в Одессу, и на витринах магазинов там томаты лежали более месяца. Томат с коротким междуузлем, тоже с хорошей мощной корневой системой. Если есть, это типа мохитоса. То есть томат крупный, за 300 грамм. Растет он и до полкилограмма, но опять же это все от питания зависит. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.